За сегодняшний день на горячий телефон 41 19 45 поступило 9 обращений обманутых дольщиков. Вопросы были разные, конечно. Основное, что их тревожит, это когда будут достроены их дома, но были и вопросы, и их немало, социально-бытовой направленности, которые тут же поступили в работу нашим структурным подразделениям, и ежедневно под руководством главы города мы будем отрабатывать и докладывать ему о принятых мерах по этим вопросам.